Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Грузию в Sid Meier's Civilization 6 против живых игроков. Кстати, никто из них не умер во время прохождения. Как человек, а не как цивилизация, конечно же. Если вы случайно наткнулись на это видео, то переходите к первой серии. Ссылка на весь плейлист в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Там же, в этом плейлисте, спонсоры канала все серии видят сразу. Большое спасибо им за поддержку. А вам всем приятного продолжения просмотра. О, слушайте. А чего у меня надо удваивать? Археология 45. Ну, археологию надо удваивать. А это все, что у меня есть? Блин. Жопа. Почему так мало очков? Ну, вряд ли артефакт удвоит. Скорее, мне что-то снизит сейчас. Не дают очки артефакт вас. Ну, это скорее всего конец возможности культурной победы. Линия, национальные парки и чудеса природы у тебя есть? Да, вообще. Но чудо. Кстати, я вообще, по-моему, в этой игре чуда не видел ни одного. Давай дружить, Лёш, у меня целых два парка. Не понимаю по-французски, извините. Чудеса есть у египтянина. Цагири. Из Цагири, блин, Батуми. Как тоже опять дебильно, да, сделано? Ищи, где оно расположено, все.
Короче, культуры побеждать против людей... Так себе идея, да? Не, ну если у тебя там прям вот под 300 культуры, вот и причем ну, до сотого хода, ты там быстро выходишь рокеров, то можно. Ну когда там вот... Там, у меня было 70, ну мне нужно, тебе нужно было набрать 70, подожди, чтобы... В смысле ты выходишь быстро в рокеров? Так для рокеров еще и вера нужна? То есть ты сидишь без науки, но с верой и культурой? Тоже такое? Ну, я по науке в прошлый раз выиграл за грека, когда у меня было сколько? Когда у меня было 300 культуры там до 90-го хода. То есть у меня наука там с вольнодумства, там, и то ее было мало. Я там очень долго к этому шел. Но тогда, как бы, мне был проход не такой удобный по культуре, и, ну, чтобы рокеров отправлять. И я решил на науку. Так, ну тут уже ничего не может культурой нам помочь победить. А вот здесь... Блин, я что-то там пропустил. Мы открыли. И я не принял. Что туда фигню надо? Я даже, наверное, уберу соседство кампуса, пожалуй. Довольство, счастье надо обязательно оставлять. Есть своим танком сумасшедшим. Зато заповедник красивый у Китая, он добился своего в этой игре. Согласен. Пацан шел к успеху и, в общем-то, пришел к тому, чего хотел. Это мой лучший город. Там тебе и стена стоит, и национальный парк есть, и заповедник. Даже рыбу есть где половить. Амари Блейн инхерит. Так, ну и куда мне? И чё мне? Да, что-то Боржоми и Париж у нас археологи. Так. Боржоми. Археологи.
И в Париже. Ну и где тут археолог? Фигня какая-то. Все, через 6 ходов я побеждаю. Ух ты, 4000 туризма я только что создала группа. Блин, если бы вы мне артефакты не забанили, я, может быть, даже и победил бы культурой. Вам стыдно за себя? Что вы молчите? Типа, если вы молчите, то, типа, ничего не происходит, да? Ничего не знаю, я голосовал за артефакты. Вау, у меня концерт на 6 звезд, легенды рока, 4000 туризма, 200 альбомов продано. Это у тебя челиния в этом, в Опадане. Прошел офигительный концерт. Уже 3 световых года заход. Может, неужто успеет? She was dazzling. Мне вот этот нужен торговец. Ну да, конечно, здесь баланс типа три нормальных старта, типа вот, ну, настоящие подгейские старты, типа вот Париж, Тбилиси и мой. И все. Остальные а кишки остальных говно? Спавнились, типа реально старт, вот типа страдания. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку!
понимаю, что художник приехал. Ну, если у меня эти будут рок-группы дальше выживать, то, в принципе... О, какой у тебя этот прошел смерч. Прям по самым классным городам. Четыре хода до победы культурой. 9 световых лет вход. Так, ну слушай, ну ты улетишь, получается, в любом случае, так? До 150-го, да. Ты в любом случае улетишь. Ну, я долго готовился, я рабочих подготовил, чтобы ускорить. Типа, я в городе заход по 3 делаю. Ну, в некоторых по 2. Ну, буря, конечно, прям по таймингу. Ну, она очень, да, очень так качественно прошлась. Еще леса там подрубил, то есть, в некоторых городах. Ну, чтобы там быстро. О, надо вот здесь. Да иногда я не понимаю, вот за энергию работает всегда или как? Вот это? Типа ты делаешь этот проект, он типа не работает? Потому что мне кажется, я даже больше сделал. Угу. А у бразильца аквапарки есть?  Подожди, ты же обещал карточку не ставить. Да ладно, уже ты достаточно играл. Челиньо. Ай-яй-яй. Могу убрать. Ай-яй-яй. Убрать? Так а что убрать? Ты уже выкинул всех моих этих рок-групп. Че они там? Сколько этого буду возвращаться? Ну потому что культура, типа, там реально... Я даже не буду карточку ставить. Ай-яй-яй. Если есть прокачанные рок-группы там нормального левела, они реально могут, типа, ну, зарешать. Типа. Ну, конечно, могут реально. Ну, конечно, могут. Но, смотри, ты говоришь, я не буду карточку ставить, а потом за 4 хода до конца игры такой бац. Ну, просто хитрый жук. Нет, это не хитрый жук, но просто, ну... Кое-кто что-то не просчитал, мне кажется. И такой втихаря, типа... Не, я просто, ну, я не думал, что прям так хорошо зайдет все. С его группами. Я, кстати... Ну, как, да. А я вот, кстати, не думаю, что мне бы все равно хватило культуры победить. Но ты я видишь... Не-не. Но у кого-то жом-жом произошел. У меня просто... Я открыл управление будущего и карточку, типа, думал, какую поставить, типа. Все равно нету других дипломатических карточек, там, выгодных, там, понимаешь, там все, типа, вот... Плюс 5% науки. Нет, за... я понимаю, то, что ты говорил час назад. Я даже не буду карточку ставить, типа... Вообще тут вряд ли получится. И в итоге, что мы видим... Ну, я не ожидал, что я наукой тоже так догоню.
Так-то никто другу не мешал. Вон там, можно Китаю было отправить рокеров, там еще вся карта. Да я Китая не вижу даже. Я просто вижу только тебя и француза. А с французом я воюю. Француз решил почему-то мне мешать, а не тебе, видишь? Француз все, у меня все несколько... Все хотят две еды за караванчик, понимаешь? Нет, француз все хотят. У меня спер несколько шедевров на ровном месте, и мне две дамбы еще порушил. Сколько у тебя уже вот максимальный концерт давал туризма? 3500. А, тогда бы ты не выиграл, тогда я зря карточку реально убрал. Да. Я думал, там 1030 туризма. Не, я думаю, я тоже. Когда думаю, там тупо что... по 40 очков заход набирается, типа, и ты не ожидаешь вообще. Так, то есть я правильно считаю, ты следующим ходом улетаешь? Да. Если там ничего не поменяется. Да, 10. Тютелька в тютельку получается. Почти. Кстати, если бы я типа улетел на 150, ты бы выиграл по очкам. Не, я хотел попробовать культуры все-таки. Вот эти цехи... Они реально дают довольно много туризма. То есть... Ну да, я всегда строю все уровни стен, когда играю. Я когда открыл охрану природы, у меня было 44 туризма, открыл охрану природы, стало 154. То есть это больше, чем в 3 раза просто на ровном месте добавилось туризма. Но дальше, все равно, туризмом просто даже если есть хоть один человек в игре, который... Нормально культура имеет, это просто... Ну да, он быстро ставит, во-первых, карточку на этот железный занавес, типа. Ну. Плюс еще вот до победы культуры нужен хотя бы вот, еще сосед удобный такой, который, скажем, дороги вот караванится. Ну, чтобы быстро... Я реально не понимаю, почему не сделать культурную победу такой же понятной и легкой, как научная? То есть вот почему вот... Не, я бы просто бы добавил вино рокеров за золото там как-то. И повысил пассивный туризм как-то. Получше его сделал. Да, да, пассивный. Нет, смотри, пассивный туризм даже должен быть. Он должен какой-то тебе бонус давать, а то просто ты. У тебя просто туризм и все. И он тебе ничего не дает даже. Вот, например, я там. У меня туризм. Кроме тебя, все остальные цивилизации ко мне, типа, больше туризма. Так почему мне с этого не иметь какой-то бонус? Почему... Ну да. То есть, ты, получается, ты вкладываешься в туризм, который тебе не дает ничего? Ну просто один игрок, да, не дает там. И то, я вот еще не дал там... Лунка тоже, лунная экспедиция, сколько там дала? Очков 30, да? То есть, сейчас было бы уже тебе 163 из 180. Да, кстати. Если бы не улетал. Да, вот... Опять же, в научной победе есть что-то против культурной? Да. А почему в культурной нет ничего против научной? То есть, например, я всех покорил своей культурой, значит, чувак, который улетает, такой решает, а я не улечу еще 15 ходов, например. И остается. Ну, просто это реально получается, ты в любом случае просто удобнее и приятнее побеждать наукой. Ну да. Тем более, в этой ситуации, типа, это был, такой хороший вариант, потому что, все такие дружочки, пирожочки, еще все подумали, что, типа, я не смогу точно улететь, и все. В обычных техах можно, можно улететь до 150-го хода, вот даже если ты отстаешь вначале. Но это вот отставание по науке, оно прям до конца прям давало о себе знать. То есть я вот делал проект, еще 2-3 хода ждал, там даже 4, пока открою следующий.
Не, ну слушай, ты без городов государств до 1000 раскачал, это нормально. Ну, с проектами. Очень неплохо. Там... Ну, компуса от стека, типа, я забрал 3 его города с хорошими компусами, типа, вот там, на 3, на 3, на 4. Лабы там купил, ну, у меня там 500 денег ход было. Ну и еще я зафейлился, то что я начал, ну, я был уверен, что я выйду в первое золото, типа, построил священные места, ну, как бы для бонуса. И первый век, как бы, мы ничего не делали, по факту, и тормозились. Ну давай, я думаю еще, блин, будем ходить. Давай, улетай с этой негостеприимной планеты. Переходовка долго. Научная победа. Ну просто по науке такие все жужики. Ну да. Вот опять, ну, вот просто игра тупо говорит постоянно, что самое главное делать упор на науку. Но это, ну, не неправильно, должна быть, должен быть какой-то баланс. Вот да, ты как бы, вот ты можешь, ну, реально вот отставать по науке всю игру, там, вот, ну, другой игрок лидировать по культуре всю игру, и в итоге вот тот, кто ставит по науке, он выиграет по науке, а тот, кто лидирует по культуре, он не выиграет. Да, да. Если вы не, сделали... ну я бы мог бы тут, типа, именно прям удариться в культуру, там, ну, строить театралки, там, все такое. А зачем? Ну, а зачем? Просто, да. Если вы сделали два дерева типа технологий, научное и социальное, почему социальное настолько, как бы, нафиг нужно? То есть, в социальном, грубо говоря, надо достаточно дойти до рационализма, и все, и дальше там уже нафиг что надо. Потом, ну, конечно, там, ну, не знаю, это реально очень тяжело, но именно по культуре вот единственный путь, это просто вот ее очень сильно кочегарить именно со священными местами, то есть. И при этом по науке как-то еще умудряться не отставать, то есть должно быть хорошее место, ну, чтобы тебя не снесли. Именно, чтобы ты отстаешь по науке, на тебя смотрят, а ты отстаешь, давайте на него. Ну, как, ну, у тебя корпуса, на тебя вряд ли пойдут, если у тебя прям много культуры, но... На самолетах могут снести. Это каждый. Ну, в культуре, знаешь... культура это наоборот вспомогательная. Вот, ну, хорошо иметь там вот именно не отставать по культуре, именно в начале там вот сбалансированно идти, потому что есть важные карточки, которые тебе помогут. В демократию там вовремя выйти. Опять же, ну это все для победы. Ну, нет по культуре. То есть там карточки там очень крутые, например, там на плюс 5% науки за каждый город-государство, там, который ты сюзеренишь. Потом еще в конце культурного древа, кстати, есть даже карточка на рокеров, которая дает прокачки бесплатные. Ну, вот, точнее, выбор да, прокачек. Да, только она после того, как у людей появляется карточка на запрет рокеров, и да, как да, бы да. ты с этими прокачками просто... Да, ну, я как-то вот играл тогда вот за грека в прошлой партии, типа, и я... Ну, мы играли со случайными техами, ну, я в нее вообще не вышел, в эту карточку, типа. Я в рокеров вышел очень поздно, несмотря на то, что у меня было 300 культуры. Понятно, там случайные техи, это тяжело, но все равно. Рокеры, они очень далеко еще находятся, типа, по культуре. Куча веры стоит. И самое главное, то есть, например, научной победе ты, грубо говоря, никак не можешь помешать, а культурной ты просто, ну, имей нормальную культуру и даже не какую-то... суперкультура, просто нормальную культуру, и чуваку очень сложно это перебить своим туризмом. Я не понимаю, почему туризм не дает каких-то бонусов. То есть вот
сам туризм, чтобы давал какие-то бонусы. У тебя, например, там есть 400 туризма, значит, у тебя во всех городах там, не знаю, плюс какое-то производство. Да например. Ты с 2000 пассивно не выиграешь. Ну как, можешь выиграть? Но да, именно. Вот. Ну, то есть, блин, ты вкладываешься в культ... Даже религии проще выиграть по-хорошему, чем туризмом опять. В очередной раз. И религия тебе партии, еще да, и кстати. Бонус дает. И религия тебе еще и бонус дает. Ты можешь там распространять свою религию, которая тебе будет давать... Вот у меня была культура, например. Я мог бы распространять, которая мне давала бы культуру. Но я вот в определенный момент подумал, ай, что-то мне влом. Ну, то есть это просто... Это тоже так дебильно этой религии побеждать. Ты бегаешь миссионерами и апостолами распространяешь и... Могли бы там что-то вот именно с реликвиями там в культурной победе придумать, что-то такое. Ну или что-то другое, да, вот не то, что вот ходить и просто кликать. И то, и вот, ну, и религиозную победу тоже легко задефать, вот если, ну, люди вот там, ну, не спят, типа. Да, да, просто у тебя больше культуры. Да, мне кажется, просто достаточно туризму дать какой-то бонус. Даже... В пятерке был какой-то бонус туризму, если ты вот там какой-то там уровень туристической отношения с каким-то из цивилизаций, то у тебя, например, караваны давали какой-то дополнительный бонус, когда к ним посылал. В шестерке это вообще нету, то есть ты просто туризм. Какие-то там какие-то торговцы на туризм не нужны, ну, которые ничего не дают почти. Ну как? Очень медленно все. И это еще намного проще контрить, чем науку. Как ты можешь вот законтрить улет, если человек построил 6 космопортов? Куда ты? Во все шпионов посадишь? Что ты типа сделаешь? Надо раньше, да, типа чем он, как бы все... Там, пока он еще вот не запустил до конца. Ну да, вот, а после уже не законтришь ты. Если человек уже летит, как бы да, все. Нужно его полностью снести, типа. То есть ждем от Фераксис, что они как-то именно культурную победу что-то с ней сделают. Или с туризмом что-то сделают. Ну, вот, она... кстати, сегодня я заметил, что именно с счастьем стало получше немного. Вот вернули немного. Вот, да, теперь да. Там арена дает там больше, плюс 2, да, или что-то. Да, такое? Да, приятнее. И, кстати, они это хорошо сделали, потому что, ну, появился смысл строить эти развлекательные комплексы не в одном числе там для Колизея. Ну да, то как бы раньше, что ты вот развлекательный комплекс, вот ты вот его строишь, причем тебе надо его строить, потому что у тебя мало счастья там. Ну, ты не можешь там люксы получить еще. Тебе нужно, ты это строишь, и ты как бы получаешь такой маленький бонус, то есть очень медленный бонус. В Циви как раз именно прикол, то, что нужно районы строить как можно именно на максимальный бонус, чтобы... отрываться, лидировать, там и все такое. Да, да. Развлекательно такой, типа, тормозящий район, который ты вот строишь, типа, ну, ради Колизея только, если... Ну, потому что Колизей, вот он реально развлекательный комплекс, который ты построил, он его окупает. Я почти уже сплю. Спасибо за игру. Ой, спасибо за игру. Но китаец молодец, построил хороший этот... Заповедник, да, хороший, мне понравился. Насчет вот тот же заповедник, который ввели, он разве не на победу культуры? Если его ставить, повышать престиж, на престиж ставить национальный парк? Ну да, все клетки с культурой после авиации дают туризм, типа. Но опять же, это не дает много всего. Как бы да, это на туризм, но это заходит только инкам, маори и американцу, который... этот прогрессивист. Остальным это вот район вообще вот бесполезный и очень ситуативный. Ну, типа вот в Лейте поставить. Ну и вот, и зачем тебе в Лейте, там, когда там, ну, нужно побеждать, вот те это вот, две науки, две культуры с клетки, когда это нужно в начале, типа. То есть американец, который Рузвельт, типа, получает такие клетки в начале, типа, а ты просто строишь целый район, там, ждешь охраны природы, чтобы сажать леса в тундре и все такое. Ну и вот еще для победы культуры нужно, чтобы с двумя рокерами повезло, чтобы им дали новый уровень. Да, вот это рандомная прокачка. И нет, и за всю вот мою практику игры типа работают только кампуса. Да, работают типа... только кампуса, действительно. И вот сейчас, кстати, ни одному рокеру не дали прокачку на кампуса. У меня, по-моему, 5 рокеров было чисто на гавани и развлекательные центры, поэтому я и спрашивал, где они.
Ну вот. Ты... Ну и вот недавно играли его с рандомами, типа там Supergirls попал, Дункрай, который в лобби со мной попал, типа вот, ну и мы типа играли, я за Маори, там он еще за кого-то, а за Мапуч, по-моему. Ну и мы типа такие играли, ну решили доиграть до конца, и там вот мне попалось два хороших рокера, и все, я выиграл. Они давали вот уже реально по 30 тысяч туризма, по 40 тысяч туризма, причем неважно где, то есть. Просто на чудо жмякаешь и все. Какого они уровня были? Что? Какого уровня были? Третий, четвертый уровень. То есть вот на кампусах сыграл несколько раз, типа, и все. И прокачка на чудеса тоже прикольная, если повезет. А на чудеса... А вот прокачка... Типа построенные или природы? Не, ну чудеса именно построенные. Клетка с чудесами. Я понял. Хотя, по-моему, природа тоже работает, но вот именно прокачка на чудеса природы. Но это очень редко бывает, чтобы, ну, там, у тебя на чуде природы было где сыграть. Да, кстати, да, непроходимые ну, вот, эти чудеса. Ну, вот где, вот на карте, вот, и тут какое-то чудо, где можно сыграть. Да ни у кого нету такого. На священных местах нельзя играть. У француза вот на чуде нельзя сыграть, получается. У Алексея тоже нельзя на чуде сыграть. Ну, вот такая прокачка, как бы, она работает, но... Ну, очень редко, типа. Ладно. А вот на театральной площади развлекательный комплекс вообще никогда ничего у вас не вообще было. Всегда там... вот 450 туризма и дохнут. У вас там 7 утра. Как вы... Что вы там делать будете? Спать? Вторник. Ну, я, в принципе, так и живу. А, вторник выходной, да? А мне вот интересно, вот у нас в игре был этот Бермудский треугольник. В чем его смысл? Там клетки дают по 10 науки. Как город так поставить, чтобы он дотягивался? Никак. Это же бессмысленно. Это как в пятой циви было, это Крокотау, который всегда появлялся так, чтобы... Никак невозможно было поставить, она тоже... Не, у меня вот в одной игре появилось, вот как раз вот про Маори, про игру за Маори, про которую я рассказывал, там у меня, короче, в третьем радиусе города была клетка 10 науки, типа я ее всю игру обрабатывал. Помогло? Типа вначале прям завезло. То есть, ну, он был прям близко к берегу. В третьем радиусом я дотянулся. Ну, тут повезло. Да. Ну, бывает такое, но редко. То есть он в рандомных кликах океана спавнится. Ну, вот в этом есть какая-то проблема от Цивы, что авторы такие, а давайте мы вот где-то такую вот фигню дисбалансную вставим случайно. Да, но по факту, типа, если кому-то бы попался, да, ну, 10 науки, типа, это, ну, как бы просто житель, как кампус, ну, на плюс 5, который с карточкой. То есть в начале игры сидят две науки сидят 30 ходов, а у одного человека 10 науки. Класс. Ладно, спокойной ночи вам. Отдыхайте. Да, спасибо. Все, спасибо за игру. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.